В Аргееве продолжаются работы по реконструкции второстепенных дорог города. На данном этапе проводится ремонт на улице Якира и подъездных путей к объездной дороге в районе Нордик. Несколько дней назад здесь было снято старое дорожное покрытие. Сейчас на участке протяженностью около 400 метров проводится укладка нового дорожного полотна. Муниципий Аргеев продолжает сохранять свой статус города с самой развитой инфраструктурой и самого красивого, благоустроенного и гармоничного города страны. Мы приступили к капитальному ремонту улицы Якира, которая соединится с объездной трассой, чтобы при организации массовых мероприятий можно было оптимизировать движение транспорта и разгружать дороги города. По словам главного инженера жилищно-коммунальной службы Аргеева Никанора Пулбери, помимо замены дорожного полотна будут обновлены тротуары и въезды во дворы. Работаем сейчас на улице Якира. Тут идут подготовительные работы по замене дорожного покрытия. Эта улица имеет длину 380 метров и площадь 2800 квадратных метров. Будут заменены поврежденные бордюры с обеих сторон дороги. Произведена фрезеровка и горячая укладка двух слоев асфальта. После проведения работ мы осмотрим и проведем оценку качества дороги. Жители улицы Якира очень довольны тем, что теперь у них появится новая современная дорога. Хорошо, что сейчас вот эту дорогу делают. Очень прекрасно. Очень хорошо. И будет и красиво, и другая, как говорится, инфрасистема. Смотрите, там красиво, здесь красиво, там. И еще да, и будет дорога хорошая. Будет вот. Кабинет. С приходом примара Илона Шура в муниципии начали ремонтировать дороги. Такой красоты у нас никогда не было, сколько бы мэров не сменилось. Никогда еще у нас не было так чисто и красиво. Это хорошо для всего народа, для пожилых людей, водителей, матерей, которые выгуливают детей с колясками. Это очень хорошо. Нет, кто это? Фарти фурмоз. Конечно, конечно, в лучшую сторону. Спасибо, Шура, спасибо. Спасибо, Илон Шор. Он очень много помогает людям. Очень много. Честно вам говорю. Наш лучший. Аргеев лучший. Людям нужна дорога. Для мамы, для детей, которые играются, ходят. Старикам нужно. Общая стоимость ремонтных работ по всему району Нордик, по словам Кристины Кожикарь, составит более 12 миллионов леев. Деньги выделены из бюджета муниципия Аргеев. Следующие ремонтные работы будут проведены в секторах Нестряна и Лупайка. Работы, завершить которые планируется к концу июня, проводит муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальная служба». Как ранее заявил лидер партии ШОР, почетный примар Аргеева Илон Шор, муниципия Аргеев и Аргеевский район продолжают модернизироваться и развиваться с 2015 года. Как он это и обещал. К 2022 году по инициативе Илона Шора и благодаря усилиям его команды в городской администрации были отремонтированы все основные муниципальные транспортные артерии и 85% второстепенных дорог в Аргееве.